В Госдуме придумали новый способ поощрять ответственных водителей. Меру предлагается распространить на определенную категорию автомобилистов. Группа депутатов предложила ввести 50% скидку на транспортный налог. Льгота может коснуться автомобилистов, которые в течение налогового периода совершили не более 3 правонарушений. А сумма штрафа за каждое не превышает 1500 рублей. По словам законодателей, это поможет снизить количество нарушений правил дорожного движения.